Итак, мы с вами устанавливали, что было то завершение кода в Юпитер. Если не получилось, то давайте то, что установили, мы нафиг удалим. То есть вводите команду. Сейчас. Если так не срабатывает, то убираете троечку. У меня просто уже удалена, не стоит, да? Не стоит. Я уже удалил. Вторую команду вводите, все команды дам. Ничего не это, черт с ним, оставляем, да? Валид инстанцион, нету. У нас. То есть все нормально. Дальше мы с вами вот что делаем. Вот тут я нашел интересную вещь, очень классная. Я ее как-то ставил. Ну, в общем-то, чтобы китайским вас не замораживать, давайте я. Что вы делаете? Последовательно вводим следующие команды. NB extension. Сначала нам надо установить. Она у меня стоит, но просто я ввожу. NB extension. У меня она установлена. Второе. Включаем для юзера. Все, ошибок нету. NB extension конфигуратор ставим. В описании будет ссылочка в уроках. И для юзера настроечки. Все, в принципе, если далее запускаем Jupyter Notebook. У нас появилась вкладочка NB Extension. Если она не появилась, то я дам следующую. Еще есть команда, которую вводите, но, как правило, появляется. То есть чек вводите команду, ну, согласно справке. У меня сразу заработало. Нажимаете, разверну на весь экран. Далее у нас по умолчанию стоит уже галочка Jupyter Tab 9 Main. И мы сами ставим галочку Hinterland. Вот эту, короче.